Сильнейшие лыжники России получат возможность участвовать в югорском лыжном марафоне. Об этом говорили сегодня на встрече губернатора Югры Натальи Комаровой и президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе. Речь идет о том, чтобы разнести даты проведения этапа Кубка России и югорского лыжного марафона. Таким образом, финалистам Кубка ничто не помешает приехать в Югру на большой спортивный праздник. Тем более, что наш регион имеет солидный опыт в проведении соревнований всероссийского и мирового уровней, стремясь соответствовать современным стандартам. Поэтому, в частности, на трассах Центра зимних видов спорта пройдет реконструкция. В этом вопросе правительство Югры рассматривает Федерацию лыжных гонок как главного эксперта. Кроме того, округ заинтересован в совместной работе по выстраиванию эффективной модели подготовки спортивного резерва. Чемпионат России мы принимаем впервые, но высокого уровня и масштаба соревнования не первый раз уже проводили. Кубок мира. Кубок мира был. Несколько этапов, да, мы проводили. Поэтому я благодарю вас, Елена Валерьевна, за доверие и поддержку.